находимся в одной из самых главных, пожалуй, хранилищ музея-усадьбы Архангельской, библиотеки князей Юсуповых. И я хочу особое внимание остановить на одной из книжек, которая называется «Прекрасная флора для дам». В книжке размещены ботанические иллюстрации цветов, которые очень любимы женщинами. Это и нарциссы, это и гиацинты, это и розы. Рисунки выполнены очень красочно, очень ярко. В предисловии книжки сам автор писал, что есть природа, а есть растения, которые отражают ее дух, которые показывают всю ее красоту. Все ее маленькие нюансы для любования окружающих, как человек успокаивается, общаясь с природой. Рисунки, вот они как бы на таких небольших даже вкладышах, которые составляют всю книжку. И вкладыши эти вот посвящены разным растениям. В основном это растения, которые мы привыкли видеть в садах. Я думаю, что она предназначалась для того, чтобы дамы получали эстетическое удовольствие. И не забывали, что они дамы, что они должны быть прекрасны внешне и внутренне, конечно.